Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте! В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались. Пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец. И мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе. Гарантируют ли 30 лет проживания в квартире право собственности на нее? Незарегистрированное жилье из советского прошлого. Как нужно действовать собственнику, чтобы не остаться без крыши над головой? Волшебная сила бумажки с печатью. Или почему во всех случаях нужно правильно оформлять свое право собственника? Хэппи-энд в Верховном суде. Или как алма-атинская квартира чуть было не оказалась в собственности государства. Эта история началась много лет назад, еще в Советском Союзе. Сотрудница треста «Алматажилстрой» Раиса долгое время стояла в очереди, чтобы получить ведомственное жилье. И в 1987 году вселилась в комнату в семейном общежитии, построенном в микрорайоне Айнабулак. Позже, на основании совместного решения администрации и профсоюзного комитета треста, ей был выдан ордер за номером 756 на право занятия одной комнаты и кухни. Эта квартира, она, площадь у нее всего 12 квадратных метров. Это бывшее общежитие, потом оно было передано в жилищный фонд. Женщина прожила в своей квартире ровно 30 лет. Однако в июне 2017 года она скончалась. Все это время владелица жилья не регистрировала свои права на объект недвижимости, не приватизировала квартиру, хотя исправно оплачивала налоги и коммунальные услуги. Единственным наследником после смерти Раисы стал ее брат Булат. В ноябре 2017 года Жетысуйский районный суд Алматы признал за ним право на приватизацию квартиры, а с декабря того же года Булат стал в ней проживать. Квартира была не приватизирована. Достаточно сейчас все-таки это редкий случай, да, то есть будем говорить, наверное, 99,9 квартир в Казахстане уже давно приватизированы, поскольку приватизация с начала 90-х годов идет. И таких квартир, как вот в данной ситуации, их очень-очень мало. Однако неожиданно в процесс оформления квартиры вмешались городские власти. По мнению чиновников из акимата Алматы, в этом деле не было никаких оснований для признания за наследником права собственности на жилье. Они считали, что нет никаких доказательств того, что бывшая владелица квартиры действительно открыто и законно владела ей на протяжении ряда лет. В приватизации квартиры Булату было отказано. Попытка оспорить этот отказ в суде не удалась, поскольку квартира не числилась на балансе у государства, а значит, не могла быть приватизирована. Здесь, знаете, какая ситуация? Тоже такая достаточно уникальная, что эта квартира, она на самом деле как бы у государства, вот у местного исполнительного органа, не числится. Да, вот в коммунальной собственности. Потому что раньше у нас в Советском Союзе была там профсоюзная собственность, предприятий всяких, у них на балансе могли находиться объекты. И потом это имущество, если оно государственное, оно должно было перекочевать все-таки в коммунальную собственность, будем говорить так условно, к акимату местному перейти и, соответственно, учитываться в официальном там реестре коммунальной собственности. Но поскольку эта квартира не числилась у акимата, и в то же время она не была официально оформленной, приватизированной и не числилась собственностью вот умершей сестры, она как бы зависла в воздухе. Булат решил вновь обратиться в суд. Теперь уже с иском о признании за собой права собственности на квартиру в силу приобретательской давности. Но третье лицо, Управление жилищной политики города, также не соглашалось с иском Булата, поскольку спорная квартира являлась общежитием треста «Алматажилстрой», никогда не оформлялась и не приватизировалась, отсутствовал ордер и договор найма. Из Гражданского кодекса Республики Казахстан. Статья 240. Приобретательная давность. Пункт 1. Гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий как своим собственным недвижимым имуществом в течение 7 лет, либо иным имуществом не менее 5 лет, приобретает право собственности на это имущество. Приобретательная давность.
В конце апреля прошлого года дело рассматривал Жетысуйский районный суд города Алматы. Суд отметил, что в соответствии с законом приобретательская давность включает три обязательных условия. Более чем 7-летнее владение жильем должно быть одновременно добросовестным, открытым и непрерывным. Далее суд сослался на уже состоявшееся судебное решение, которым были установлены имеющие значение для дела обстоятельства. А именно, сестра Булата действительно в течение 30 лет добросовестно, открыто и непрерывно владела квартирой как своим собственным недвижимым имуществом. Это доказывалось и адресной справкой, и протоколом заседания треста «Алматажилстрой», и ордером на право занятия жилплощади в семейном общежитии. Кроме того, у бывшей собственницы квартиры не было никакой задолженности по оплате коммунальных платежей и налогов. Суд установил, что при жизни Раиса дважды обращалась с заявлениями об оформлении своей квартиры, но по независящим от нее причинам она не смогла завершить этот процесс. С учетом этих обстоятельств суд решил, что спорная квартира оказалась во владении истца в результате событий и действий, которые не противоречат закону, но не получили правового оформления, и что иной возможности оформить свои права истец не имеет. За Булатом было признано право собственности на квартиру по приобретательной давности. Однако управление жилищной политики Акимата Алматы не согласилось с решением суда первой инстанции. В управлении считали, что изначально спорная квартира являлась общежитием треста «Алматажилстрой». В связи с приданием статуса жилого дома общежитию в 1994 году проводилось оформление ордеров жильцам по факту проживания. Квартира номер 127 не была оформлена. Сведений, что там проживала сестра истца, в управлении не имеется. В связи с этим, по мнению государственного органа, суд необоснованно применил в деле наследственное право, так как имущество не находилось в собственности умершей. В жалобе также отмечалось, что недвижимое имущество, возведенное до 1991 года, право на которое никем не зарегистрировано, является собственностью государства, поэтому не может быть приобретено по основанию приобретательской давности. Для того, чтобы удовлетворить требования такие по такому основанию, по приобретательной давности, суду необходимо установить там три составляющих. Должны быть условия – это открытость, непрерывность и добросовестность. Если этих признаков нету, тогда суд откажет. А поскольку эти все признаки присутствовали в этом деле, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что есть основания для удовлетворения. Эти признаки были. Она открыто владела 28 лет, добросовестно, платила все коммунальные расходы. Это имущество попало ей, было передано в соответствии с требованиями закона на основании ордера, выданного, как я уже сказал, профсоюзным комитетом управления треста Алматы жилстрой. Но уже в июле 2019 года дело рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда. И ситуация развернулась на 180 градусов. Коллегия согласилась с представителями Акимата в том, что спорная квартира после 1991 года считалась поступившей в государственную собственность. Квартира все эти годы не являлась бесхозной. Государство никогда от нее не отказывалось и никому не передавало. Между тем, государственное имущество может быть приобретено в собственность только в установленном законом порядке, а не в силу приобретательной давности. Однако Раиса при жизни не воспользовалась имевшимися возможностями. С учетом этого суд вынес по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска. И последней надеждой Булата на справедливость стал Верховный суд страны. Апелляционная инстанция, когда отменяла решение суда, она исходила из того, что эта квартира ни за кем не зарегистрирована. Она действительно была ни за кем не зарегистрирована, поэтому они посчитали, что любое недвижимое имущество, которое не зарегистрировано, априори, считается, что это государственное имущество, поэтому основание для возникновения права собственности иное. Она должна быть перейти в собственность истца через приватизацию. Вот поэтому они отменили и отказали в иске, сказав, изложив, значит, постановление, что ему необходимо идти через приватизацию данной квартиры. Но эти выводы мы считали ошибочными. Получается, что в категории данных дел часто очень существует предубеждение у судей, что если гражданин судится с государством, то государство всегда право. Так очень часто бывает. Здесь судья первой инстанции не побоялась вынести решение в пользу гражданина, что очень хорошо это характеризует, действительно грамотно все обосновала. Но, к сожалению, суд апелляционной инстанции вернулся в исходное, якобы государство нельзя просто так забрать квартиру, даже по приобретательной давности. Но Верховный суд, к счастью, поставил.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда не согласилась с выводами суда апелляционной инстанции. Вновь повторив, факт добросовестности, открытости и непрерывности владения квартирой уже установлен вступившими в законную силу решениями судебных органов. ЖТСУйский суд признал право Булата на приватизацию квартиры, а Бастендыкский суд, отказывая в приватизации, указал на другую правовую возможность – приобретательную давность. На коллегии пришли к выводу, что есть все основания для удовлетворения требований ИСА, поскольку он действительно является наследником покойной своей сестры. Сестра весь этот период, более 28 лет, жила в этой квартире, поэтому вопроса и спора не было. И поскольку он наследник, закон позволяет нам, согласно статье 240 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если человек в течение более 7 лет непрерывно, добросовестно и открыто владеет недвижимым имуществом, он имеет право признавать право собственности по приобретательной давности. Эти основания имелись. Но самое главное, что в силу пункта 3 статьи 242 Гражданского кодекса не могут быть поставлены на учет и переданы в коммунальную собственность бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан или негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом, как своим собственным. Более того, из материалов дела следовало, что и у правопреемников треста «Алматажеустрой» нет никаких претензий на спорное жилье. Они были не против удовлетворения требований истца. В итоге Верховный суд нашел допущенные апелляционной инстанции нарушения существенными и повлекшими неправильное разрешение дела. За Булатом вновь было признано право собственности на спорную квартиру. Верховный суд принял сторону закона, и поэтому мы поддержали суд первой инстанции, посчитали, что его доводы убедительные, обоснованные и основанные, в первую очередь, на законе. Никогда нельзя опускать руки. Надо как та лягушка, которая там в сметане лапками, да, всегда билась-билась и в итоге там масло сбила и выбралась. Вот точно так же и в спорах с государством. Никогда нельзя опускать руки. Надо доказывать свою правоту, если она действительно правота по закону. И вероятность все-таки есть. Таким образом, в этом деле в конце концов победила справедливость. Какие уроки можно извлечь из этой истории? Несмотря на то, что наше законодательство уже давно и подробно регулирует вопросы собственности, таких историй, отголосков прошлого, в юридической практике встречается еще немало. Нужно иметь в виду, что даже тогда, когда речь идет о неоформленном или незарегистрированном имуществе, добросовестным владельцам можно рассчитывать на судебную защиту. Институт приобретательной давности как раз и призван заполнить юридический вакуум, когда гражданин, пусть даже без четких правовых оснований, долго, открыто и законно владеет своим имуществом. С другой стороны, желательно своевременно оформлять свои права собственника. Это позволит избежать многих проблем. Ну и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью. Шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики.